Один город пришел мудрец. Он все знал на свете. Приходили к мудрецу люди за совет. И всем он помогал. В городе жил парнишка. Заслышал, что в городе появился мудрец, парнишка решил проверить способности этого мудреца. Он был хитер, поэтому он поймал бабочку и зажал между ладонями. Так, чтобы можно было ее отпустить или раздавить. Пришел мальчишка к мудрецу с бабочкой между ладошками. Послушай, если ты на самом деле очень мудр, помогаешь мне. Отгадай, живая ли бабочка у меня в руке? Если бы он ответил живая, парнишка бы раздавил бабочку. А если бы он ответил мертвая, парнишка бы выпустил бумагу бабочку. Кто же ответил мудрец? Удачи, пока. Дочь зовут Мэри, как было в условии. Вот так. Как?